in your Zappa toes. You celebrate the minute you was having dough. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio if I don't play they show. They don't play my hits, well, I don't give a shit, so... Rap mags try and use my black ass so advertisers could give them more cash for ad. Добрый день, уважаемые партнеры, друзья, знакомые. Я являюсь гол-партнером компании FFI. Мы здесь собрались с партнерами, обсудили некоторые вопросы по данному бизнес-проекту. Ну, хотелось бы сказать вам несколько слов. Данный бизнес в Беларуси только появляется, начинает набирать свои обороты. Здесь независимо от возраста, ранга, от положения в обществе, каждый человек может зарабатывать в этом бизнесе деньги. Даже тоже есть такие моменты, как 11-летний мальчик уже имеет свой бизнес в интернете. Или 77-летняя бабушка. Вы поймите, у каждого есть свой выбор. Право на лидерство и успех дано каждому человеку от рождения. Машин появляется все больше и больше. И почему же на этом не зарабатывать деньги? Каждый делает свой выбор. Я думаю, вы сделаете правильный выбор. Желаю вам удачи. До свидания. Добрый день, друзья. Меня зовут Филатов Влад. Я являюсь партнером компании FFI. Вот на сегодняшний день у меня есть партнер в структуре, который заработал за один месяц $1200. То есть, где можно сейчас, на данный момент в Беларуси, заработать такие деньги, не выходя из дома, имея ноутбук и выход в интернет? Ребят, просто я говорю вам, чтобы вы задумались и начали действовать. Выбор есть у каждого. Абсолютно у каждого человека есть выбор. Но ознакомиться, уделить 30 минут своего времени, я думаю, что это лучше, чем смотреть какой-то телевизор, который идет и показывает всякую чушь непонятную. 30 минут, и перед вами откроются новые возможности. Посмотрите, разберетесь, а дальше примите решение, в бизнесе вы или нет. Все, желаю удачи. Жму вам руку. Увидимся. Если не мы сделаем этот бизнес, сделает кто-то другой. Но для этого достаточно иметь голову на плечах, желание. И успех придет при любом раскладе. То бишь, ничего сложного тут нету. Просто надо взяться и захотеть. Работать может абсолютно каждый. Начиная от охранника, заканчивая банковским работником. Просто я считаю, самое главное... Это сделать для себя что-то, успеть самому. И в последующей жизни гордиться тем, что ты когда-то смог что-то сделать и добился чего-то в жизни. Ребят, я хотел бы обратить ваше внимание на то, чтобы просто посмотрели, просто разобрались. Подумайте, а если это ваше, как дальше сложится ваша жизнь на самом деле?